Ладно, больше у меня нет силы это продолжать. Очень-очень много я освещал, очень много раз я умирал. Набил я 10 ключей. Вот эти твари меня очень-очень заколебали. Их тут миллионы. Я вот нашел синюю луну. Они меня очень достали, честное слово. Я больше так не могу. Надо скорее найти Мурамасу и сваливать отсюда. Данж огромнейший, как я выяснил. Он реально огромнейший, потому что у него нет конца. Это капец. Я тут дрался уже 500 недель, нифига не помогает. Они все время лезут. Я не понимаю, откуда их столько, обычно в других версиях. Их меньше. Значительно меньше. Это я выкину. Синяя луна — это совсем ненужная вещь. А вот эти твари меня задолбали. Очень задолбали, честно словом говорю. Их так много, что я даже не знаю, что делать мне. Я тут попытался светить, они меня сбивают постоянно. На это я потратил где-то 2 часа. В общем, мне это все надоело. Теперь я буду просто ходить, осторожно ходить. Попытаюсь. Да. Да. Ну, радует наличие. Наличие ключей радует. Волшебная ракета. Это бесполезная вещь, она мне сейчас не нужна. Опечалился я, в общем, потому что, блин, жизни мало осталось, надо переждать. Надеюсь, сюда они не придут. Да. Пули я больше не буду экономить. Как же меня все это достало. Скорее бы я свалил из этого данжа. Кстати, по пути я собирал двери. Они мне пригодятся, в этом я уверен. Я даже знаю для чего. Так, 2 секунды, 1 секунда. Бухнем. Почему 50? Что я выпил? Гриб. Так. Походу я свернул окно. И террария заглючила. Террария заглючила. Меня тут убивает, она глючит, тварь. Я не знаю, что вы сейчас видели, но это было ужасно. Так, больше у меня нечего пить. Ну, блин, как же это все сложно, понимаете, это очень сложно. Опять волшебная пика, зелье шахтера радует, лечебное зелье тоже. Нет. Двери я больше не буду собирать. Вот в чем моя главная беда. Я нарываюсь на эти шипы. Они повсюду. Убирать их очень лень. Также ту дырень я еще не исследовал. Я ведь обещал ничего не трогать. Но я только убивал этих тварей. Но они меня очень достали. Вот они еще лезут. Тут у меня ничего нету. Блин. Ненавижу их. Ну хотя бы из них сердечки падают. Теперь я не буду жалеть миниакулу, так как, блин, они меня реально достали. Очень достали. Находил тут 2 раза слизня. Из него падали ключики. Свалишь ты от меня, тупой проклятый череп. Он накладывает заклятие такое. Проклятие. Как они меня достали. Все сдохните. Я даже не успевал вот это вот делать, потому что налетают эти черти и убивают меня. Ну вот, их уже 2. И на них очень трудно проклятие. Блин. Я не знаю, с чем мне бегать. Я, наверное, буду бегать с молотопором, потому что он хотя бы быстрый. Сносит двери. Там я видел ловушечку. Блин, как же их много. Нет, террария никогда не была такой сложной для меня. Тут тупик. Блин. Капец. Даже бухнуть нельзя. Печалька. Блин. 4 секунды. Но с молотопором я защищен, потому что он нифига не подпускает. Вот, бухнули. Валим от этих тварей. Я их ненавижу уже. Посмотрите, как их много. Я думаю, ни у кого такого не было. Чтобы столько этих уродов.
Капец. И сердечко, кстати, я то потерял, я не знаю, где оно. Щит, вот что нам реально нужно, так это щит. Зелье ночного зрения. Я думаю, вам стало лучше видно. Надеюсь, что вам стало лучше видно. Надо привыкать к хардкору, потому что сейчас хардкор как раз и начался. Стоп! Ой-ой-ой-ой-ой. Криворукость меня все еще подводит. Нужно для этого больше сердец. Так. Ну вот, вроде не очень скриворучен. Мне повезло. Что тут у нас? Пика. Я не знаю, зачем я выпил это зелье. Не знаю, зачем скушал зайца. Ладно. Без разницы. Мне уже все пофиг. Здесь мы были. Вон, вон, вон то заветное сердечко, которое нам так нужно. Все-таки я подумал и решил копирнуть мир. Ну, не читерить. Блин, я криворукий дебил. У меня хотя бы было доступно зелье. Это радует. Так. Продолжаем. Продолжаем исследовать этот тупой и очень сложный данж, в котором вводится миллион этих уродов, которые нифига не хотят сдаваться. Здесь я обезопасился немножко, это тоже чуть-чуть радует. Что-то радует в этом данже. Я не знаю, может мне закрываться от них блоками. Вроде я направо уже ходил, но это без разницы, так как там я почти сдох. Да, здесь я был. Сердечко у меня штуки 3 сейчас. Как же меня достали, урода. Скорее бы у меня были сильные пушки, которые смогут противостоять им нормально. А не вот так вот по 4 раза бить, чтобы вынести одного скелетика тупого. Потому что это слишком долго. Ладно, мы пойдем тем же маршрутом. Возможно, что-то пропустил. Ну, хотя ничего не пропускал. Без разницы, мы просто идем. Идем по данжу. Данж сложный. Самый сложный данж, который я помню. И вроде мы его весь исследовали, но так не может быть, потому что в каждом данже обязательно, вот просто обязательно должна быть Мурамаса. Я ее здесь не наблюдаю. Такого просто быть не может. Надо найти Мурамасу, потому что без Мурамасы... Зачем мы сюда пришли, если здесь нет Мурамасы? Конечно, я понимаю, кабальтовый щит, он хорош. Но я сделал из него обсидиановый. Но Мурамаса, как без Мурамасы? Без Мурамасы жить невозможно. Так, здесь я, походу, тоже был. Да, я здесь был. Я даже не знаю, куда мне идти. Потому что здесь везде тупики. И, по-моему, исследовали весь данж. Такого просто быть не может, потому что... Где же Мурамаса-то? Мурамасу я жду, Мурамасу я хочу. Здесь мы точно были, я помню, это плохое место. Да, это тупик. Мы хотя бы забили ловушку с дротиком. Почти умерли. Но почти не считается. Да, вот сейчас совсем умрем. И будет печаль. Откуда вот... Нет, нет. Я не хочу умирать. Тем более от этих гнусных тварей. Блин, но придется. Походу придется. Блин, скорее мне уже пушечки. Я не могу без Мурамаса отсюда уйти. Мурамаса где-то спряталась, в этом я уверен. Блин, еще они. Да капец. Вот и все. Мурамасы у нас нету. Поэтому. Я не знаю даже, что делать. В принципе, можно сейчас убить стену плоти. Такая скучная серия, если честно, получилась. Но есть кабальтовый щит, он блокирует отдачу. Можно сделать обсидиановый щит, но пока что нельзя. Потому что мы даже на 6 гоблинов не переживем. Так, ладно. Наверное, я заканчиваю, буду выкладывать. А потом подумаю, что делать. Может, за это время сделаю замок, который я вам обещал сделать. Всем удачи, всем пока.